Большое спасибо. Куда нажимать, кто знает? Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, тема, которая, надо мне сегодня будет раскрыть, она довольно широка. Мне, как мне кажется, времени уже не очень много, да? Поэтому я постараюсь так немножечко побыстрее. С обобщением терапии в онкогематологии. Есть некоторая путаница понятий, иногда ее путают с поддерживающей терапией. Чтобы договориться о дефинициях, можно сказать так. Сопроводительная терапия направлена на уменьшение негативных последствий основного лечения. Обычно... Алло? Не слышно, да? Сопроводительная терапия направлена на уменьшение негативных эффектов основного лечения. Обычно это химия или радиотерапия. Или на коррекцию его действия. А поддерживающая терапия имеет целью закрепить тот эффект, который был достигнут при лечении основными курсами терапии в начале заболевания. Какие направления основные? Это профилактика лечения инфекций. Здесь могут быть использованы антибиотики, антимикотики, противовирусные средства, а также вакцинации. Коррекция панцитопении – это трансфузия гемокомпонента либо стимуляция ростков гемопоэза. А также другие, которые указаны на слайде. Это мукозит, это питание, это психологическая поддержка и прочее. Профилактика инфекций. Что используется обычно? Вот. Что мы делаем каждый день? Бактериальных обычно это фторхинолоны, чаще всего циклоксацин. Грибковые, значит, антимикотики из группы азолов. Вирусные – это ацикловир. Что нам говорит гайдлайн NCCN, самый последний? Что наши больные, а именно больные с острыми лейкемиями и пережившие трансплантацию, относятся к высочайшей группе риска, потому что у них возникли выраженные инфекции, и нам необходимо их предотвращать. Вот это относится к антимикробной профилактике. Мы видим, что вот больные с острыми лейкозами миелоидными, в частности, это обязательная группа для профилактики. И чаще всего используются фторхинолоны. Если говорить об антифунгальной профилактике, то та же самая группа – это трансплантация и острая миелоидная лейкемия, где использоваться могут антимикотики, такие как флуконазол, микофунгин и другие. Если же мы говорим о профилактике противовирусной, ну, те же самые группы пациентов, используются препараты из линейки противовирусных средств. И должны быть использованы, в общем-то, обязательно. Мы говорим сейчас о профилактике. Коррекция панцитопении. Анемия – это либо трансфузии эритровзвеси, либо эритропоэтин-стимулирующие агенты. Тромбоцитопения – это, конечно же, концентрат тромбоцитов, либо все чаще используются агонисты рецептора тромбопоэтина. Показания к ним несколько расширяются. Большие вопросы к использованию концентрата гранулоцитов, насколько мне известно. Этот метод, как рутинный, не нашел своего широкого применения. Но иногда кое-где он применяется, и даже говорят некоторые коллеги, что с успехом. Анемия у пациентов со злокачественными заболеваниями, как гематологическими, так и негематологическими. Почему нуждается в коррекции? Потому что она всегда связана с неблагоприятным прогнозом и существенно ухудшает качество жизни у пациентов. Для того, чтобы понять, как быть с больным, у которого имеется анемия, мы с чисто практической точки зрения разделили их на три группы. Это дефицитные причины анемии, то есть нехватка чего-то, железа, B12, либо фолиевой кислоты. Либо это анемия хронических заболеваний, либо это чисто гематологические причины, то есть анемии, связанные либо с поражением костного мозга, либо с лечением опухолей костно-мозговой природы. Возможно, смешанный генез, конечно, может быть, и те, и другие, и третьи факторы влияют на то, что у больного возник анемический синдром. Анемия при злокачественных новообразованиях, нарушение продукции эритропоэтина – это основные механизмы, нарушение иммунного гомеостаза, нарушение в гомеостазе железа, а также действие терапии на гемопоэз. Возможные пути коррекции – это использование эритропоэтина в экзогенных, трансфузии препаратов крови и тогда, когда нужно, использование препаратов железа. Почему трансфузии надо избегать, если это возможно сделать? Потому что помимо модного нынче иммуномодулирующего действия препаратов крови, существует еще конкретное осложнение. Инфекционные, разнообразные гепатиты и прочее, включая ВИЧ, а также иммунологические, которые могут быть трансфузионными реакциями разной степени выраженности. Эритропоэз-стимулирующие агенты начинают применять, когда есть выраженные клинические симптомы анемии, гемоглобин ниже 100, гематокрит ниже 30, если больные зависимы от гемотрансфузии. Целевые группы для применения этих препаратов – это пациенты с поражением почек, там точно будет эффект,
пациенты, получающие паллиативную терапию в любом варианте, и получающие милосупрессивную полихимиотерапию. Этим группам больных особенно показано применение эритропоэт-стимулирующих агентов, экзогенных. С осторожностью надо применять эти препараты у тех, у которых высока вероятность выздоровления полного, на ранних стадиях заболевания, тем, которые не получают милосупрессивную терапию. Конечно же, склонность к тромбозам имеет определяющее значение. И есть такая группа, с которой не очень понятно, что делать, но это не гематологическая группа, больные с раком головы и шеи, где использование этих агентов в ряде исследований показало достаточно значимое ухудшение выживаемости. Какую форму выбрать препаратов, если говорим мы о эритропоэтине, допустим, альфа или бета, классический вариант эритропоэтина? Существуют разнообразные формы по 10, 20, 40 тысяч единиц. Как любую из них можно использовать, однако в нашей клинике наибольший опыт накоплен при применении дозы 12 тысяч международных единиц. Она эффективно поднимает гемоглобин, если это у данного больного, в принципе, показано, если возможно, при применении эритропоэтинов, а также опасность тромбозов здесь минимальная. При применении этих препаратов обычно задают такие вопросы, что не стимулирует ли препарат эритропоэтина развитие опухоли, нужно ли назначать железо этим пациентам, которым назначаются препараты экзогенного эритропоэтина, и следует ли их назначать, если уровень эндогенного эритропоэтина в пределах нормы? Ответы на них простые, на эти вопросы. Это данные, достоверные, общепризнанные о стимулирующем действии экзогенных эритропоэтинов на опухоли отсутствуют. Обычно препараты железа нужны. И вне гематологии, а это больные, допустим, с МДС, уровень эндогенного эритропоэтина не имеет значения. Тромбоцитопения, использование тромбоконцентрата, использование стимуляторов тромбоцитопоэза. Зарегистрировано одно из показаний, там имеется два препарата, это L-тромбопак и... Второй забыл, вспомню. В общем, зарегистрировано было показание не так давно, как апопластическая анемия. Иногда можно их использовать, стимуляторы тромбоцитопоэза, тогда, когда необходимо решить какую-то проблему больного с тромбоцитопенией, которая в N-plate revalate, вспомнил, ОВ-2. Вот. Когда эта проблема имеет ограниченный временной период. Допустим, сделать маленькую операцию, удалить зуб там или что-то. В наших больных это можно использовать, это работает. Гранулоцитопения. Ну вот, также уже говорили про переливание гранулоцитов. Его использовать в рутинной клинической практике мы этого не делаем. Те, которые коллеги делают, говорят, что бывает иногда, что получается и неплохо. Другие важные аспекты – это профилактика мукозита, установка центрального венозного катетера и уход за ним, фузионная терапия, парентеральное питание, противорвотные средства и еще многое другое. Мукозит – важная штука, встречается почти всегда у больных на трансплантации, по крайней мере, очень часто. Эффективна криотерапия – это лед, рот, просто лед. Капосол – и перенасыщенный кальций-фосфатный буфер. И еще исследуется полиферрин – руминантный фактор роста кератоцитов. Криотерапию используют давно и успешно. Это данные, которые говорят о том, что она, в общем-то, эффективна. А таких данных по капосолу, в общем-то, я не нашел. Насчет криотерапии точно полезно. Вакцина профилактика активно разрабатывается сейчас, особенно применительно к трансплантации стволовых клеток и костного мозга. Возможные направления – это пневмококк, инфекция гемофилус инфлюэнза, кор, грипп, гепатит и прочее. Предпосылки. Показано, что после трансплантации количество Б-клеток, которое у пациента обычно бывает, возвращается к норме довольно нескоро, после 3-12 месяцев. После МАП-терапии полного коксотерапии через 6 месяцев. Восстановление зависит от возраста и от ряда других факторов. Так что иммунитет нуждается в том, чтобы быть восстановленным. И после того, как сделали трансплантацию, титр антител, который у нас с детства существует у всех, от детского календаря прививок, а это столбняк, полиомиелит, хорь, краснуха, снижается на долгое время и существенно. То есть это требует того, чтобы как-то этот иммунитет поднять. Данные экспериментальные, но все же склоняется к тому мировое сообщество, что... У меня время-то еще есть, нет? Хорошо. Что вакцинация полезна, и это направление развивается. Что я нашел свое отражение в рекомендациях NCCN? Это
Это график вакцинации, которыми должны быть подвергнуты больные после аутологичной трансплантации либо аллогенной. С ним можно ознакомиться. Микрофлора кишечника. Модное слово нынче микробиота. Как ее беречь? Рациональная антибиотикотерапия, диета, про и пребиотики. Что интересно здесь? Оказывается, что препараты, о которых мы знали давно, например, циклофосфамид, они могут менять состав микрофлоры в тонкой кишке, что через ряд механизмов стимулирует выработку специального подвида Т-хелперов, которые тоже обладают противоопухолевой активностью и дают плюс как бы к обычному стандартному противоопухолевому эффекту циклофосфамида. Поэтому, когда мы даем антибиотики этим больным бездумно и бесцельно, мы таким образом снижаем эффективность основной терапии, как бы это ни было экзотично, так сказать, говорить. Но это, в общем, такие новые данные существуют. Те же самые данные уже существуют в отношении цисплатина и появляются в отношении других цитостатиков. То есть микрофлора кишечника нормальная нуждается в нашем сбережении у пациента, если он у нас попал на трансплантацию либо на интенсивную полихимиотерапию. Что еще есть? Разные аспекты сопроводительной терапии. Это реабилитация, коррекция образа жизни, работа с пациентами и родственниками. Но это скорее в области психологии и социальные. Для нарушения микрофлоры кишечника используются пробиотики, синбиотики, а также режимно разнообразные питания. Не буду на них уже останавливаться. Есть ряд поколений препаратов, которые нормализуют микрофлору кишечника. Они представлены на этом слайде. При проведении трансплантации стволовых клеток общие принципы те же, что и при лечении пациента с гемобластозом. Особенности следующие. То есть принцип одинаковый, но воздействие интенсивность должна быть несколько выше. Это иммуносупрессивная терапия, если это аллотрансплантация, и профилактика токсичности консерванта. Это такие специальные темы, они широко разработаны, и сейчас можно найти материал по ним практически везде. Но однако можно ведь не собрать клетки стволовые. Разнообразные факторы – это химиолучевая терапия, сопутствующие заболевания. Ранее проводимое лечение, особенно мельфоланом, она, в общем-то, затрудняет. Иногда это бывает часто сбор стволовых клеток для того, чтобы их потом пересадить. Особенно у больных множественной миеломы. Они возрастные, они получали мельфолан, они имеют коморбидность обычную, даже очень часто. Если их немного, можно использовать, и мы это делаем с успехом, применять плирексофор, мазобаил. Если показания для этого есть, а это бывает достаточно часто. Он улучшает мобилизацию стволовых клеток, нарушает взаимодействие между стволовой клеткой и, если угодно, прикрепление ее к строме костного мозга. Эта связь блокируется, это взаимодействие CXCR4 и CDF1A, и высвобождает стволовые клетки из костного мозга в кровоток. Тут показан также механизм действия плирексофора, он схематически. И вот замечательная работа, когда повторная трансплантация с мазобаилом, мы видим здесь у больных, которым ранее проводилась сбор клеток, проводился только с помощью GKSF, показывает то, что плирексофор намного, в разы увеличивает эффективность сбора стволовых клеток у данных пациентов с неходжкинской лимфомой и множественной миеломой. А профилактика нарушений питания – это очень часто, мы за этим всегда следим. Это контроль, это профилактика тошноты и рвоты, питательные смеси, парентеральное питание. Ну вот один слайд, на котором я хотел бы задержаться немножко, несмотря на то, что все мы, конечно, уже очень устали, и заканчиваем. У нас сейчас такое время, что мы должны у одного пациента, у любого гематологического, с трансплантацией или нет, снимать громадное количество параметров. Это лекарство, это состояние его внутренней среды, это там концентрация цитостатиков, это иммунитет и прочее, что этого просто всего очень много. Это требует необходимости заполнения множества разнообразных документов, форм, коммуникации с разнообразными лабораториями, администрацией и прочее. А врачей, в общем-то, не так много, медсестер тоже. Поэтому нам необходимо, не только нам, а всему миру необходимо, именно использование информационных технологий, которые бы использовали и врачи, и медперсонал, и пациенты, чтобы эти все связи, эти всю информацию упорядочить, структурировать и пользоваться им максимально эффективно. Это, что называется, веление времени.
Ну, заключение такое, вот оно здесь на последнем слайде, что сопроводительная терапия снижает или предотвращает, или минимизирует возможные осложнения полихимиотерапии, что есть рекомендации, инструкции разнообразные по разным направлениям ЕЯ, однако единых стандартов не существует. Имеет место вариативность подходов и применение эмпирической антибактериальной терапии, а также эмпирических подходов коррекции микробиотов и прочих, так сказать, социальных контактов, факторов внешней среды и прочее. И что информационные технологии, нам без них не обойтись. Спасибо за внимание.